Здравствуйте, с вами Андроид Андроидович. Хочу вам рассказать о очень интересном и очень крутом квесте, который называется Машинариум. Я давно хотел сделать обзор на данный крутой квест, но, к сожалению, это не получалось. Вот, наконец-то, я решил сделать обзор на эту игру. Как вы видите, очень все красиво нарисовано, необычно нарисовано. Вот. Давайте посмотрим, что из себя игра представляет. У нас происходит загрузка. А нам показывают какой-то мир роботизированный, да, какую-то свалку и какую-то непонятную, какая-то летающая, не знаю, какая-то штука выбрасывает мусор. Вот, и как мы сможем взаимодействовать, здесь мы просто тапаем на определенной части, с которой мы хотим взаимодействовать. Вообще мы будем играть за робота, вот он сейчас, вот части робота у нас, так сказать, собираются постепенно. Нам сейчас объясняют, что мы можем взаимодействовать с различными частями, который мы видим на экране. Нам не хватает руки и ноги. Тут эта мышка, как я понимаю, бегает какая-то. И чтобы нам как-то ей... Так, что нам нужно сделать? Что-то я уже совсем не помню. Честная пионерская. Я просто давно в данную игру играл. Короче, этой крысе нужна мышка. А, вот что я могу делать. Я могу вот так вот... удлинять шею. И давайте дадим мышке вот эту крысу. Так, куда она убежала? Так, что мы тут можем делать? Пускаем. Так, мы даем эту крысу этой мышке, и она нам приносит взамен ногу. Отлично. Теперь у нас есть нога, осталось найти только руку. Так. Отлично. Мы берем какой-то магнит и заглатываем его, и сможем потом использовать в процессе прохождения игры. Очень крутая игра, честно скажу, очень мне она нравится. Так, что нам нужно сделать? Так, берем вот эту катушку, так, берем нитку, заглатываем ее, и мы можем сейчас скомбинировать магнит с этой веревкой и попробовать, чтобы она нам помогла спуститься на следующий островок. Мы так и делаем. Игра вышла изначально на ПК, вот, потом ее перенесли на Android. Очень крутой квест. Наверняка в данный квест вы наверняка играли. Или на ПК, или где-то, если наверняка слышали. Но я все решил на этот квест сделать обзор, потому что я на нем не делал. Очень интересный квестик. Так, помимо этого у нас есть... что-то у нас есть. Мы тут даже можем играть в мини-игру. Так мы с вами управляем. А вот так мы с вами стреляем. Тут как бы типа космическую игру можем сыграть. Так, давайте посмотрим, что будем дальше. Переходим на следующий уровень. И вот мы попадаем. Сейчас мы пытаемся дойти до какого-то замка, какого-то строения. Вот наш робот попадает. А по сюжету, если не ошибаюсь, он спасает свою возлюбленную. Тоже такого же робота. И вот он, так сказать, попадает в этот замок, чтобы ее спасти. Ну вот мы нашли до первого препятствия. Ну, когда мы подошли к какому-то пропускному пункту, робот нас толкает, сталкивает, так сказать, и двигается в сторону. И, как вы видите, пропускают только роботов с синим вот этой чурбаном каким-то и с лампочкой. Если я смогу так сделать, чтобы у меня была синяя шляпа и лампочка, меня этот робот пропустит. Поэтому надо додуматься, что надо сделать для того, чтобы он нас пропустил. Ну, тут достаточно много на действий сделать, подняться наверх. Вот, ну... Я вам как основную игру показал. Вот, если вам такая игра нравится и вы про нее не слышали, советую обязательно в нее сыграть. С вами был Android Андроидович. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч.